Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья и подписчики. Сегодня мы с вами продолжаем обзор на проект, который называется 100 Бокс. И сегодня мы с вами будем подробнее рассматривать, касающиеся проекта, основные моменты, которые важны для того, чтобы начать с легкостью зарабатывать с этим проектом. Давайте же сегодня начнем с того, как найти свою роль в экосистеме 100 Бокс. Напоминаю, что 100 Бокс – это цифровая трансформация, которая меняет мир вокруг нас, и мы предлагаем современные решения для бизнеса и частных лиц. Бизнес-клиент – управляйте своими отношениями с инвесторами и клиентами. Партнер – выстраивайте партнерские отношения по всему миру, чтобы обеспечить нашим клиентам большую ценность. Инвестор. Инвестируйте в высокодоходные токены безопасности и торгуйте на бирже 100 Бокс. Можно инвестировать в 100 Бокс и войти в систему Exchange. Также здесь предоставлены примеры внедрения. Узнайте, как вы можете извлечь выгоду из токенизации в своей отрасли. Инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды уже используют токены безопасности для привлечения капитала. Узнайте больше о лучших практиках и успешных случаях. Азартные игры. Игровой рынок по-прежнему остается быстрорастущим. Токенизация – это отличный инструмент для привлечения геймеров и преобразования их в держателей токенов. Недвижимость. Инвесторы по всему миру могут войти на рынок недвижимости через полностью совместную частичную маркетинговую собственность. Стартапы. Растущему бизнесу обычно трудно привлекать средства через традиционные институты, такие как банки или венчурные капиталисты. Краудфандинг акций – это ответ. Природные ресурсы. Токенизация природных ресурсов, такие как золото, медь или даже уран, обеспечивают легкий доступ к альтернативным инвестициям. Искусство и предметы коллекционирования. Предметами коллекционирования открывают ворота для новых инвестиционных возможностей, не выпуская из рук физических предметов коллекционирования. А также здесь предоставлены партнеры 100 Бокс. Работая со 100 Бокс, вы полагаетесь на огромный опыт партнеров и нынешних поставщиков услуг. Ниже предоставлены партнеры, с которыми сотрудничает данная компания. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом все, что сегодня я хотела рассказать про данный проект. Не забывайте быть активными, подписывайтесь на социальные сети данного проекта. И на этом все.